Курскую область посетил еще один депутат Госдумы Николай Валуев. Он проинспектировал строительство бассейна «Юзгу», сразился с ветеранами «Авангарда» в товарищеском футбольном матче и ответил на вопросы молодежи. «Русский гигант», так называют Николая в спортивных кругах, на деле оказался очень приветливым и приятным собеседником. Об этом рассказала Ирина Шашкова. Этот спортобъект – результат реализации проекта «500 бассейнов». 8 дорожек по 25 метров, глубиной более полутора. Подобные уже есть в других регионах страны. В нашем строительство начали в мае. Сегодня идут отделочные работы. Сметная стоимость объекта – более 800 миллионов рублей. Треть суммы на условиях софинансирования выделил областной бюджет. Сдать в эксплуатацию бассейн планируют в первом квартале 2014 года. Николай Валуев отметил, в регионе неплохая школа. Многие мировые призеры родом из Курска. Очень хорошее выступление наших фехтовальщиков в этом году. Говорит само за себя. Я знаю, что у вас суперсовременный центр именно для фехтования. Ведь и благодаря в том числе и ему наша сборная выступила очень достойно. Поэтому можно только радоваться. Не только помогают развитию спорта в регионах, но и задают моду на здоровый образ жизни. Николай Валуев и Александр Брыксин на футбольном поле. Такое встретишь нечасто. Эксклюзивный матч. За ходом игры молодежь наблюдала, затаив дыхание. Они, кстати, подготовили соответствующие вопросы депутату Госдумы. Хотя для большинства Николай все же легендарный спортсмен и русский гигант. Настроение поднялось. Может, фотосессия будет в конце. Вратарь заинтересовал. Очень похож на Валуева. И как себя этот вратарь ведет? Ну, пока 4 гола пропустил. Слабовато. Ветераны футбола «Авангарда» против парламентариев и самого Николая Валуева. Даже несмотря на такого вратаря, курские футболисты, не стесняясь, забивали мячи один за другим. Я не могу сделать то, что мне бы хотелось. Так что придется защищать ворота дальше. Как могу. По итогам двух таймов победу одержала сборная курских ветеранов «Авангарда» со счетом 7-5. Лучше мастеров заслуженных играли, но с боксерами великими первый раз. Ну, наверное, мастерство, наверное, еще присутствует у ветеранов, поэтому и такой счет. Товарищеский матч – это еще одно подтверждение того, что власть открыта для народа. Здесь не имеет значения ни мастерство, ни счет. Это как раз тот самый случай, когда главное не победа, а участие. После встречи с молодежью и автограф-сессия. Что еще успел в Курске Николай Валуев, смотрите в четверг в «Событиях дня». Ирина Шашкова, Антон Судженко, телеканал «Сейм».